Утро! Сегодня самый лучший день! Сегодня я наконец-то получил, точнее вчера, активность поднял до 90. И теперь мне доступна гарантия заработка. Если я буду находиться вот в этой синей зоне. Ну, в общем, вот, вы видите, выделена зона. И я теперь получаю 140 рублей гарантии. Посмотрим, сколько я сегодня за день заработаю. Итак, друзья, пока хорошие новости. Промежуточный отчет. Прошло 2 часа времени, как я вышел на смену. Если быть точным, 2 часа 13 минут. Заказы пока не приходили. Значит, это очень хорошо. Двигаемся дальше. Ну что, друзья, интересный момент. Прошло 4 часа, как я нахожусь на смене в Яндекс.Доставке. Немножко отсвечивает. Ну, вообще видно, вон 4 часа 3 минуты. Открываем. Здесь статистика более детальная. И начислен бонус. Ну, еще он пока не начислен, но по завершении смены он должен быть начислен. Вот, 569 рублей. Видите, условия для начисления бонуса: активность должна быть не ниже 90, способ оплаты должен быть любой, нахождение в синей зоне и тариф курьер. Вот такие дела, вот я в синей зоне нахожусь. Ну вот, видите, вот этот контур, вот он, это синяя зона. Дальше там идет фиолетовая зона. Вот. Так что сидим дальше. Я планирую до 8 часов быть на смене. Посмотрим, сколько придет заказов и вообще придут ли они до конца смены или нет. Двигаемся дальше. Так, получил сегодня первый заказ на сегодняшний день. Такие вот коробки. Ну, не тяжелые, килограмма 3, наверное, 4. Едем на Коммунистический проспект. В общем, какая задача сейчас передо мной стоит? Сейчас везу заказ на Западный. Получается, у меня два автобуса, два проезда. И потом там не буду сидеть. Сяду еще на один автобус и поеду уже домой. В надежде, что больше заказов не будет приходить. Проверим. О, ужас! Я вышел за пределы синей зоны. Побежали скорее назад! Что, не удалось мне далеко убежать, в синюю зону я не добежал, в общем, пришел мне заказ в том районе, где раньше вообще заказов, можно сказать, не было. Во, такой вот маленький пакетик, везти вот в такой большой сумке. А самое интересное, ехать нужно 30 остановок, 30, но на одном автобусе. В общем, я так понял, что у меня сейчас какой-то повышенный приоритет, потому что у меня там было 5 часов без работы, то есть я на минималке 5 часов сидел. И сейчас, чтобы Яндексу как-то компенсировать эти затраты, он решил меня загрузить работой. Я не удивлюсь, что мне потом с того района еще заказ прилетит. Ну, посмотрим, сколько будет времени. Может быть, на месте вручения, может быть, я уже закрою смену. Посмотрим. Едем дальше. Итак, мало проехать 30 остановок, чтобы отдать этот пакетик. Надо еще и пройти 1,3 километра в одну сторону и 1,3 километра в обратную до остановки. Такие вот пироги. Сначала был асфальт, теперь двигаемся по камушкам.
Ну что, отдал пакет. Теперь возвращаюсь назад, потому что я вне синей зоны. Минималка здесь не начисляется. Времени уже, наверное, часов 7, начало 8. Еду домой. Все, как я и предполагал, Яндекс мне дает заказы одним за одним. Буквально прошло минут 10, я шел на остановку. Причем в районе таком находился, где заказы очень редко приходят. Вне этой синей зоны, так называемой. В общем, третий заказ. Причем дальняя подача кидает на 1,6 километров до этого заказа, чтобы забрать, да? То есть, как будто можно подумать, там ближе машин не было и курьеров. Он мне дал этот заказ, потому что я должен отрабатывать минималку. У меня получается сейчас заработок с двух заказов 500, а если бы я закрыл тогда минималку, когда дома был 5 часов, у меня было бы уже там рублей 700. То есть, нужно было тогда закрывать. Завтра попробую так проэкспериментировать. Закрыть смену, часов 4-5 просидеть без заказов, закрыть смену, посмотреть, какой результат вообще будет. Ну а сегодня придется отрабатывать. Погнал я. Я дома. О! Ты все еще здесь? Ждешь, чем все закончилось? Удалось мне нагнуть Яндекс или нет? Не хочу тебя расстраивать, к сожалению, мне это не удалось. Смотрим отчет. Внимание на экран. В общем, подводим итоги сегодняшнего дня сражения с Яндекс.Про в надежде халявного заработка. Итак, отработал я сегодня в общем в приложении 11 часов, был на смене. Из этих 11 часов я находился 7 часов 23 минуты в синей зоне. И за это мне посчитали 733 рубля. Но в это же время, после того, как 5 часов мне заказы не приходили, около 5 часов, пришел первый заказ. И потом 3 заказа было подряд. И в итоге с этих 3 заказов у меня получился заработок 764 рубля, что почти на 30 рублей больше моего бонуса нахождения в синей зоне. То есть, мне надо было маленько по-другому поступить, закрыть смену после того, как 5 часов прошло. И тогда бы я, не выходя на смену, получил бы там 140 рублей на 5. 140 рублей в час умножаем на 5, больше 500 рублей бы получил бы. Не выходя, не выполняя заказа. Но я, как всегда, захотел большего, как многие из нас. И вот поплатился за это. Ладно, будем продолжать дальше эксперименты с Яндекс.Про. Понравилось видео, ставь палец вверх и обязательно задавай вопросы в комментариях.